Скандальная ведущая «Дома-2» показала, как дешево и сердито закупить совсем необходимым к 1 сентября, позабыв о том, что ее дочь ходит с сумкой Dolce & Gabbana. В сторис Ксения Бородина похвасталась обновками своей дочери Марии к новому учебному году. Популярная телеведущая совсем недавно рассказывала о том, как ей помогут 10 тысяч рублей, выделенные государством 1 сентября. А сейчас стало видно, на что ушли долгожданные выплаты. Комплект из белой блузки и черной юбки, в котором 12-летняя Маша щеголяла в сторис, Бородина купила за 1519 рублей в одном из популярных онлайн-маркетов. А еще в 2655 рублей Ксения обошелся спортивный костюм для дочери. Причем ведущая закупилась по скидочным ценам, тогда как при обычном раскладе на школьную форму и спортивный костюм пришлось бы потратить почти 15 тысяч рублей. А это уже больше, чем заплатило государство. «Готовимся к 1 сентября. Спортивный костюм на физру – самое то», – написала довольная мать в социальной сети. Совсем недавно Бородина позировала со своими дочерьми, причем у младшей из них уже была дорогущая сумочка от Dolce & Gabbana, а сейчас покупает дешевую одежду. Такое несоответствие подметили и подписчики Ксении. Сумки за сотни тысяч, а одежда в сторис за копейки. Самой-то не стыдно? Вероятнее всего, Бородина просто прорекламировала Marketplace в своем Instagram. Однако осадочек-то остался. Дочь грустно смотрит в окно. Мама заставила примерить форму. Ну что, все, не за горами 1 сентября, начинаем подготовку. Очень красивая блузочка. У них собственное производство, качество. Стань, покажи блузку красивую. Вот, смотрите. Это бренд одежды «Стиляж». У них собственное производство, качественный трикотаж. Принты не выгорают. Смотрите, там форма есть и на мальчиков, и на девочек. И вот спортивная форма тоже очень классная. Я, кстати, заказала на Wildberries. Все ссылочки оставлю. Доставка товара в любую точку.